Почему положить новый? Тот же старый полетел. Палочку держит только в этой ладонке труда. Сейчас будет. Он сейчас мусор был свой пролаживает. Он тут из речки. Перекрыли с трудом. Ну что, бери бревно, Андрюха. Бери бревно, пойдем обратно. Прокладывай новый мост. А как мы теперь обратно переплывем? Только мы через твою спину. По спиняке твоей плаваю теперь. Пошу. Андрюха, мы можем теперь обратно на ту сторону перейти. Вот мне спрос. Блин, как, Лена? Ля, я не знаю. Андрей, ну как теперь плыть на ту сторону? Сюда-то хоть ты нас перенес, а обратно. Андрюха! Эй! Эй! Ушел. Воду, Ляль, покажи, как тут будет теперь. Вон, через этот мостик перешли. Да, вот так вот перешли, Андрюха нас тут перенес. А обратно тут перенес. Да, пока ходили, так воды вода поднялась. Да, теперь нам обратно надо, мы не знаем, что теперь как. Андрюха теперь голову ломает. Она вон на них почему так поднялась. О. О. Да, что же делать? А где наш Андрюха? Вон там. Стоит бедный, голову ломает, голову повесил. Так, ну ладно, пошли, может, бревно какое-то найдем. Отключайте телефон, пойдем. Что-то будем думать. Да. Какой-то мостик сделаем. Меня хоть там засмеет чуть-чуть. Пошли погулять, короче. На одну сторону приплыли. Ну да, просто пока перешли на одну сторону, тут вода поднялась. Теперь не знаю. Лен, может, через это бревно пойдем? Пойдем, попытаемся обратно сегодня. В обход, что ли? А если заблудимся? Вон Андрюха уже пошел. Короче, приезжайте к нам в гости. Мы знаем, как от гостей избавляться. Переводим через реку. А, и бог с ним. И оставляем. Главное, что мы на природе. Что ж делать, что ж делать? Шутки шутками.